Сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, посвященное единому дню безопасности дорожного движения щелковскими студентами. Инспекторы в очередной раз напомнили ребятам о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во избежание чрезвычайных происшествий. Особенно внимание молодежи сакцентировали на соблюдении правил при использовании мототранспорта и средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, скейтборды и роликовые коньки. Сейчас они пользуются большой популярностью у подрастающего поколения. Также сотрудники ГИБДД попросили подростков не забывать использовать специальные световозвращающие элементы на одежде в темное время суток. Это особенно актуально с наступлением осенне-зимнего сезона. Всех поздравляю с началом учебного года. Прошу неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.